Здравствуйте, это программа «На связи». Сегодня в центре нашего внимания проблема жителей Ройкинского поселения. И у нас в гостях глава местного самоуправления Ройкинского поселения Роман Александрович Сидруев. Роман Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы первый, кто в 2014 году из руководителей местного самоуправления сельских поселений участвует в нашей программе. Но, судя по тем вопросам, которые наша съемочная группа записала и в Ройке, и в поселке селекционной станции, проще говоря, селекции, вопросы у вас примерно похожи на все те проблемы, с которыми сталкиваются и другие сельские поселения. Вы их сегодня еще услышите. Ваше сельское поселение одно из самых компактных на территории Кстовского района, и в то же время вы находитесь практически под боком у Нижнего Новгорода. Это как-то сказывается на вашей каждодневной работе, жизни? Ну, вы знаете, да, действительно, наше поселение не очень большим, большим не назовешь его, да. Вот, значит, всего проживает около 4000 человек. Угу. Вот, 2000 – это сам поселок селекции, да, и 2000 – наша деревня, угу, которая окружает нас. Да, для жителей, наверное, это плюс огромный, потому как рабочие места они нашли в Нижнем Новгороде. И добираться до Нижнего Новгорода – это как бы большая проблема решена, потому что автобусы, в общем, достаточно часто ходят, и люди просто работают в Нижнем, ну и в Кстово тоже. В принципе, наверное, да, плюс. Дачники. Обычно пригородные сельские поселения пользуются славой таких хороших дачных мест. У вас жители Нижнего Новгорода, которые на лето перебираются в сельские дома, составляют какую-то часть населения? Ну, есть и дачные поселки, да, но я так вот как бы заметил, наблюдаю, в основном люди, которые когда-то приобрели участки дачные, да, то есть они со временем остаются жить на этих участках и зимуют. Это о многом говорит, на самом деле. Ну, в общем-то, да, перебираются и живут. Наверное, к этому нужно стремиться, тем более, что это, в общем, как общероссийский процесс, как сейчас говорят, то есть действительно люди пытаются променять большие мегаполисы на все-таки более спокойную жизнь населения. Но у нас есть вопросы от жителей поселка Селекция и от жителей деревни Ройка. Если в селекции большей части многоквартирные дома, я правильно понимаю, да? Да, все. То, наверное, во всех остальных деревнях, все остальные населенные пункты выглядят именно как деревни, то есть как частный сектор. Какая часть вот этого жилого фонда доставляет больше проблем? Ну, вы знаете, мы на самом деле не делим людей на многоквартирные дома, да, и те, кто проживает на многоквартирных домах и в деревне, потому что проблемы все одинаковые, в общем-то, их все нужно решать, поэтому... Если человек обращается за помощью, то есть мы стараемся решать проблемы, то есть и помочь ему. Давайте сразу перейдем к вопросам. Давайте. Есть сразу два вопроса, связанных с проблемой вывоза, организации вывоза, непосредственно вывоза мусора. Давайте послушаем. Мой вопрос только один. Когда будет на поселке чистота и порядок? Мусора во всех кустах. Только насчет мусора. Вот. Что некоторые кидают даже здесь на поле. Эти ящики не ставят. Как-то не знаю. Несоответствие какое-то. Несплоченная деревня. Кажется, вот там стоят ящики у кого-то, а здесь нет. Все по отдельности. Вот. А как вывозят? У вас мусор вообще даже? Не, вот так вот в пакетах. И возим в город в ящики. Сами? Да. Вот что накопится в машину или туда, или в Щербинке, или здесь вот, на Ульгине. А так нет ничего. А вообще есть какая-то компания, которая за это отвечает, за вывоз мусора? Я даже не знаю, по-моему, нет. Не узнавали, да? Нет. Да здесь никто, наверное, не узнавал. Если вот тот берут, там живут в доме, вот поставили три ящика, например, 5 семей они платят, они туда кидают. Угу. Остальные как хотят. Вот, как вы правильно сказали, один вопрос из поселка городского типа, будем так называть, другой из деревни, но тем не менее тема одна и та же интересует. Ну да, вы знаете, вот ситуация такая. Да, действительно, проблемы существуют по вывозу мусора, но я хочу сказать, что в конце декабря, то есть вот прямо перед Новым годом 2013 года, да, вот, был организован сход граждан именно в деревне Ройка для того, чтобы решить этот вопрос. Значит, были собраны люди, и... Люди были собраны, им было разъяснено, значит, какие условия для того, чтобы мусор не копился и его не кидали, как говорят, во враги, там, да, куда-то в кусты. Значит, была приглашена мусоровозящая компания, которая пояснила цены
да, пояснила, значит, условия и так далее. То есть, в принципе, есть, желающие вывозить есть при, на определенных условиях? Ну, у нас есть 144-й закон, который регламентирует, да, обязательно, чтобы каждый домовладелец, он обязан заключить договор на вывоз мусора. Угу. Поэтому людям все это было разъяснено, они согласились. И я думаю, что в ближайшее время, то есть, существует протокол, да, схода, то есть, и граждане, которые подписали за то, что он, они согласны все условия, которые им были разъяснены. Соответственно, с этим, я думаю, что вот в ближайшее время мусоровозящая компания будет объезжать людей и, значит, раздавать им договора, они будут оплачивать, и сбор мусора будет осуществляться. То, что касается поселка Селекции, да, ну, вы знаете, тут вот, значит, в 2013 году была проведена смена мусоровозящей компании, и что заметно улучшило работу. По поводу контейнерных площадок. Мусоровозящая компания, она смотрит по мере накопления мусора. Если нужно будет осуществить еще дополнительный контейнер в том или ином, да, месте, это будет дел, ну, это будет делаться обязательно. Поэтому, ну, мониторинг тут, этого ведет сама мусоровозящая компания. Ну, соответственно, с нами сотрудничество, потому что мы наблюдаем, им отзваниваемся, если что-то не так. Угу. Регулярно производятся какие-то вывозы, то есть я лично наблюдал, контролировал эти вопросы. Глава администрации, то есть, постоянно наблюдает. Ну, судя по вопросам, людей есть, видимо, места, куда, к сожалению, ваше внимание не доходит. Нет, вы знаете, тут вопрос тогда уже касается самих людей. Да? Если есть куда и куда сложить мусор, да, есть контейнерные площадки, зачем кидать его тогда? То есть, ну, это совесть, на совести каждого человека. Ведь не зря же говорят, да, грязь не там, где чисто, а там, где убирают. Ну, где не кидают. Не все вопросы, наверное, из тех, что прозвучат сегодня, относятся непосредственно к компетенции сельской власти, но, тем не менее, вы наверняка в курсе этих проблем и лучше других жителей своего поселения знаете, в какой стадии решения находится проблема. Вот один из таких вопросов касается транспортной проблемы. Рейс вот сделать, автобусы. Но там у нас автобус этот городской ходит. Там, видимо, у них, ну, то есть не хватает народу, лишний рейс, им от, у них от проблемы. А нам бы этот лишний рейс, он бы нужен. Откуда куда? Сразу уточните. Вот от Тройки до Щербинок. Там вообще не было никакого автобуса, то есть люди всегда ходили пешком до трассы, а там дальше уже, значит, 215-й подбирал их, да. Вот. Два года назад, значит, был организован маршрут, то есть утром и вечером, и разговор был, значит, с транспортными компаниями, которые обеспечивают, вот, значит, транспорт людям. Они, как коммерческие предприятия, да, в любом случае, должны смотреть, ну, за какую-то определенную прибыль. Потому что если один человек будет еще дополнительно, они просто не смогут, им будет невыгодно. Поэтому вот этот вопрос, он остается как бы открытым. Если народ и в связи с, опять же, продолжением с дачниками, которые будут проживать и будут расселение, конечно, будет дополнительный рейс, мы будем переговаривать, и тогда уже, значит, возможно, еще добавят. Но пока на этом, пока на данный момент просто они не видят рентабельности и не смогут этого сделать. Ну, как вы говорите, если еще совсем недавно вообще никакого рейса не было, значит, видимо, это направление становится более рентабельным в последнее время. А, кстати говоря, что слышно по поводу планов расширения самого Нижнего Новгорода на юг? Говорят сейчас даже о создании некого, там, пока еще он виртуальный, но некого нового района, Новинский его даже называют. То есть в средствах массовой информации нижегородских эта тема периодически поднимается. Как правило, пишут о том, что этот новый Новинский район будет захватывать значительную часть Богородского района. А Ройку затронет? Ну, вот если говорить про расширение, то вот именно в этом направлении я затрудняюсь ответить. Я могу сказать только про само поселение, которое принадлежит Ройкинскому сельсовету. Значит, ни для кого не секрет, значит, напротив Селекции, да, будем так называть, два поля, 71 гектар. Да. Вот, начинается активная застройка. Вот, застройка рассчитана на несколько лет, вот, по этапам застраиваема. И в конечном итоге, значит, будет рассчитано на 8-8 тысяч человек. То есть это серьезный микрорайон, будем называть, да. Фактически население вашего поселения увеличится в 3 раза. В 3 раза, да. То есть это эконом жилье. Угу. Вот, одна двухкомнатная квартира
для молодых людей, которые способны вот работать и платить. Там связано с ипотекой, но сейчас рано об этом говорить. Я просто говорю про то, что об этом будет создан сайт, организации, которая застройщик, да, застройщик, она, там вся подробная информация будет размещена, и они, любой человек может посмотреть и, значит, больше вникнуть. Ну, в любом случае, рокетское поселение на пороге больших перемен, потому что это вопрос уже это, решен. Да, на самом деле, это гораздо быстро, гораздо быстрее будет, чем мы думаем, потому что застройщики, они настроены решительно, и у них задача стоит, значит, все это дело быстро организовать и уже потом начать продавать какие-то... Я думаю, транспортные проблемы тоже будут решаться... Однозначно будет расширение дороги, однозначно будут разворотные груши, то есть это, значит, микрорайон будет оснащен школой, тремя детскими садиками, двумя стадионами. Конечно, и транспортная развязка там будет совершенно другая. Вот, кстати, по поводу социальной поддержки жителей, ныне живущих на территории поселения жителей, есть несколько вопросов, касающихся, например, медицинского обеспечения. Вот больницы закрыли у нас в Стове. Мы дневные лежали, вообще больные лежали, там лежачие места были. А сейчас только дневные сделали. Но нам туда никак неудобно. Машин у нас своих нету, частных ездить туда, подлечиться на дневные. Вот. В Стово тоже никак, туда никак не подручно. Вот. И насчет больницы у нас вот здесь плохо. Медпункт. Терапевта нету, ничего у нас здесь нету. Только что вот уколы делают, ходят. И все. А так ничего ведь нету. Опять вынуждены переводить немного, наверное. Речь идет не о закрытии в Кстово какой-то больницы, речь идет о том, что сейчас у вас нет круглосуточных медицинских пунктов, да? Дело в том, что я понимаю, о чем говорит женщина, потому что она имела в виду, наверное, ближний Борисовский стационар, где он закрыт на круглосуточном обслуживании. Остался только дневным. Остался, да? Остался только дневным, да. И люди, которые вынуждены были, значит, находиться в нем, они теперь не смогут этого делать. А в Кстово, наверное, да, неудобно ездить. Хотя я скажу, что вот 6 рейсов осуществляется 215-м автобусом. Он начинает работать с половины 6 утра и, значит, заканчивается 8 часов. То есть, в принципе, ну, конечно, да, в любом случае на автобусе не наездишься, да? А то, что, значит, то, что касается поселка Селекция, ну, это острый вопрос с нехватками кадров. То есть, это действительно проблема, потому как, ну, молодой специалист, он просто не хочет ехать работать на село. Вот. Хотя мы надеемся, и у нас постоянные, значит, есть переговоры с руководителями Центральной районной больницы Кстовской. Они обещают нам, значит, ну, как-то подготовить или сообщить о том, что будет. Я думаю, что, наверное, все-таки вот этим летом может вопрос отрешиться. Угу. Потому что будет выпуск, и, насколько мне известно, и люди, которые, молодые специалисты, которые закончат, они все-таки, наверное, согласятся на эти условия, которые будут предлагаться. Дело в том, что у нас вот сама амбулатория, она подготовленная. То есть у нас просто не хватает кадров. То есть терапевт, просто некому работать. То есть сделан ремонт, то есть закуплено оборудование, работа стоматологический кабинет. То есть все работает, но кадров нет. Еще один вопрос касается работы одной из крупных общероссийских федеральных компаний. И это тоже частый вопрос, звучащий в нашей программе. Вот изменилось бы нам, почту носили. А то вот в неделю раз, а то и нету. Эти платежки вот за газ не платят, а сами старые уж, мы не дойдем, не знаю, в Оксово-то не съездим. Меня вот это волнует, за свет собирали хоть бы в месяц, аж бы раз, 5 километров до почты. Я говорю, вот ждем платежку уплатить бы. Они никак нету, не несут. Почтальонка или забурет, или что, он может пойти, нету. Поэтому. Ну, понятно, да, вопрос. Вопрос, да, действительно серьезный. Но понимаете, какая ситуация? Опять же, на нашем уровне это решить невозможно, именно на уровне сельской администрации. Вот. Это вопрос, опять же, с кадрами является Кстовская почта. Я думаю, что не только с кадрами, это, наверное, вопрос оптимизации работы Почты России, потому что сейчас все даже государственные компании нацелены на получение, если не прибыли, то, по крайней мере, на работу по
по самоокупаемости, что называется. А со Сбербанком такая же проблема бывает. Есть, об этом, да. Об этом все говорят, что не хватает на селе офисов. Но у нас существует отделение, то есть предоставлено помещение. И, в общем-то, со Сбербанком вопросов нет, с Сберкассой. В этом вопросе действительно тема сложная, и, наверное, ее решать нужно не на сельском уровне, но меня в этом вопросе поражает одно. Насколько дисциплинированы по-прежнему пожилые люди? То есть они, получая платежки, понимают, что просто мертвым грузом платежки лежать не должны. Они должны быть оплачены как можно быстрее. Люди пожилые, и поэтому они старые закалки, они знают, видимо, значит, приучены там к порядку, к тому, что сейчас предлагает закон, то есть надо обязательно это делать. То есть платите обязательно за свои. Но вот вам удается каким-то образом контролировать вот эту ситуацию с, скажем так, с графиком почтальонов, или это сложно сделать? Вы знаете, нет, тут вопрос в чем? Вот в любой деревне, наверное, да, как и везде, то есть как и в нашей, вот в Ройке в том числе, люди приучены, ну где обычно происходит сбор, где бабушки собираются, начинают обсуждать что-то. Это магазин, да. Магазин работает, соответственно, там они собираются за хлебом, и вот, и в основном разнос вот всех вот этих вот квитанций, которые необходимы, они происходят там. То есть туда люди приходят и забирают. И они знают, где это находится, где. Mm-hmm. Ну да, заболел почтальон. Ну, всем, к сожалению, не вечно, и болезнь она не выбирает. Поэтому, ну как-то надо выходить. Мы обязательно будем разговаривать с руководителем и будем подходить общую. Я вот хочу насчет ОДН. Вот у нас дом, и мы очень много платим. Вот, интересует меня этот вопрос. Вот за этот месяц прислали 216 рублей. Адрес? Дом 42, квартира 44. Общедобовые нужды. Я так понимаю, что это волнует людей. Действительно, 200 с лишним рублей – достаточно серьезная сумма. Ну, вы знаете, да, уже сталкивался с этой проблемой. Я обязательно, сейчас сходу ответить не смогу, но обязательно запишу адрес. Это 42-44 дом, да. Потому что я знаю, что и в других домах такие же проблемы, потому что люди платят больше, чем платят за квартиру. Да. То есть это вот неправильно. Но будем разбираться в домоуправляющей компании, как... Обязательно разберемся, свяжемся с тем человеком, который задал этот вопрос. Я думаю, что мы решим все это. Ну вот это, к слову говоря, типично городская проблема, я так понимаю. Если мы говорили, что жилой фонд делится на деревенский и такой более городской, то здесь скорее проблема вот именно многоквартирных. Ну да, конечно. Ну, у всех разные проблемы. Mm-hmm. У кого-то какие-то, у кого-то такие, но в любом случае помогать нужно людям, иначе тогда... Хорошо. Роман Александрович, спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня мы говорили о проблемах жителей Ройкинского поселения, и у нас в программе принимал участие глава местного самоуправления этого поселения Роман Александрович Сидруев. Печатную версию нашей программы читайте в газете «Маяк». Я на этом с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Все вопросы, которые волнуют вас, ваши семьи, вы можете оставлять на адресе электронной почты, которую видите сейчас на своих экранах. Звоните также по телефону и задавайте свои вопросы лично. До встречи через неделю. Всего доброго.